свой профессиональный выбор сделал еще в 14 лет. Когда заканчивал 8 класс, я решил, что я буду врачом, нейрохирургом и одновременно еще ученым. Мне интересно общаться с людьми, понимать, кто они, понимать их проблемы, понимать ту патологию, которая у них есть, которая вызывается проблемами с патологией головного мозга. Это моя семья, моя дочь Маша и моя жена Лена. Встречает меня моя семья. Я закрываю дверь, и все мои проблемы, они исчезают. Мы приходим сюда, мы можем играться, веселиться. Они порой ведут себя как подростки, как дети, и это очень весело, когда мы все вместе. Я думаю, что когда я с своей семьей здесь, все, что происходит там, мне все равно. В Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней большое внимание уделяют семье и отношениям в семье. Я знаю разницу между семьей, которой мы сейчас, и той, которая была до церкви. Я знаю, что в церкви я научилась каким-то важным принципам, может быть, даже ценить моменты, которые могут никогда не повториться, но которые возможны только в семье. Используя эти принципы длительное время в своей семье, я знаю, что это может, потому что у меня это есть. И я это ценю больше всего. У меня замечательная жена, я муж, у меня замечательная дочь, красавица, я отец. Я врач. Сидим. Еще раз, еще раз. Пожалуйста, без красавица. Хорошо. Коммунистка. Можно ком... Я красавица. Хорошо. Я умница. Я просто умница. Хорошо. Я врач, нейрохирург. Я Андрей Климаш. И я мормон.